Одно из главных проявлений женственности есть уважение к мужчине. Женщина, которая не уважает своего мужчину, совершает большую ошибку, потому что, не уважая своего мужчину, она формирует в нем низкую самооценку. Он перестает верить в то, что он может чего-то достичь в этой жизни. Окружающие люди также перестают уважать этого мужчину. И в итоге такая женщина получает мужчину-неудачника. Мудрая же женщина, обладающая женственностью, уважает своего мужчину. И в результате и окружающие начинают уважать его. Его самооценка растет, в нем появляется вера в то, что он может достичь многого, и он достигает многого. Поэтому относитесь к своему мужчине с уважением, и вы увидите, как все более и более успешным становится ваш мужчина. Развивайте в себе женственность, и рядом с вами будет мужественный мужчина.